Николая Гарина-Михайловского многие знают как автора книги «Детство Тёмы». Однако этот талантливый человек, живший на рубеже 19-20 веков, не только писатель, но инженер и путешественник. В 1882 году он переехал жить в Самарскую губернию, купил имение и пытался вести хозяйство. Однако через 3 года вернулся на службу в Министерство путей сообщения. О жизни Гарина-Михайловского рассказали гостям Самарской библиотеки №1. Встреча прошла в рамках выставочного проекта «Во все стороны талантливый человек». Это имеет отношение и к нашему городу, к Самаре. Это краеведение, это изучение. Предполагаем, что люди будут интересоваться историей родного края и такими замечательными творческими людьми, которые населяли наш край и которые до сих пор вызывают у нас интерес и уважение. Гости библиотеки – люди с ограниченными возможностями здоровья, которым помогает Центр социального обслуживания населения Советского района. С библиотекой особенных гостей объединяет давняя дружба. Это объединение способствует тому, что ребята могут дружить, могут посещать различные мероприятия. И в том числе вот библиотека нацелена на то, чтобы они более были заинтересованы, чтобы жизнь была у них не в 4 стенах, а вот именно у нас, в учреждении культуры. Интересно рассказывают. Есть много забавных историй, тех, которые люди вообще не знают. В библиотеке регулярно проходят встречи для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гости приходят на выставки, участвуют в тематических мероприятиях и мастер-классах. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.